Друзья, меня зовут Конор. Продолжаем проходить игрушку War. Остановились мы о том, что убегали из замка при пожаре. Я не хочу оказаться в прошлый раз упали и закончили эту серию. Бежать мне явно не сюда. Так, давай беги. Твою мать на балку вставай, придурок. Гаррет, бей. Да прыгай ты. Ох, твою мать. Капец какой творится. Ладно. Нет, времени. Короче, осторожничать. Надо бежать. Наш городок понемножку рушится. Не, явно не сюда. В окно давай. Нет. Тихо. Прыгай. Беги. Прыжок! Веры. Тихо. Только не падай. Я думал, я взлетал. Надо вернуться в башню и пополнить припасы. Тут есть над чем подумать. Согласен. Готово. На чем я прошел? Оппортунист. Ну, ясен пень. Фантом вообще хрень. И хищник. Понятно. Продолжить. Так. Фух. Это было что-то. Так, пополним припасы, наверное. Еда, еду возьмем. Еды возьмем, что тут? Стрел возьмем. Мак, ну мак нам не нужен. Тоже есть в достатке. Так, ладно. Ладно, не будем томить. Продолжаем. Что, опять коробок? А, глаз. В тебе что-то переменилось. Ты откуда? Дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет. Словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Три. Это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай. Орион. Точно. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Понял вас. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Вообще верно. Ладно. Идите к собору в старый квартал. Мы уже там были. Но теперь мы туда не в парадный ход войдем, ни хрена себе город изменился. А, проберемся как-нибудь. Ну, ладно.
Тын-тын-тын-тын. Так. Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Вас от мрака. Он изменит вас навсегда. Что за фриза? Я не понял. Еще не поздно, друзья. Так. Примите рассвет и станете. И станете. Станем, станем. Не понял. Бабушки уже и в городе. С каких это пор? Стоп. Ни хрена себе, я в двери могу входить. Так. Опс. Так. Есть. Есть. Давай. Тук-тук. Есть кто дома? Как я понимаю, если я уйду с этой плиты, так. Так. Судя, если бы я ушел с той плиты, меня должно было выстрелить. Стрела. Так, стоп. Я рамку не забрал. Теперь можно и в книжках пошуршать. Чу. Неожиданный поворот событий. Так, тихо. Ах ты какая. Вон оно чё. А чё я открыл-то? Ты послужишь мне подушечкой для посадки. Прыгай. Плохие времена. Ладно, не послужишь. Так. Я, по-моему, с самого начала не туда пошел. Надо других путей нет. Так, ну да ладно. Будем как-то по крышам пробираться. Царство за кофе. Чего? Ты мне? Так, стоп. А, мне... Давайте попробуем вниз. Так. Чернолобые докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу, хотя он еще шевелился. Так. А, вот вижу. 8, 8, 8, 8. Автограф у вас попроще. Одни развалины. Кто будет все убирать после их погромов? Я не собираюсь оставаться, чтобы выяснить. Выскользнуть бы из города. Говорят, в Блэкбруке сейчас красиво. Мало ли что говорят. Говорят, в Крыму сейчас война. А люди отдыхали летом. Так, сюда. Во-во-во! Блин.
неплохая идея была прыгать так. Она была в бок, точнее вперед. Так, собор вот находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Дорогу я пронюхал, это хорошо. Так. Хочешь прикол? Чернолобы и докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу, хотя он еще шевелился. Есть. И крючок. И падать. Во времени всякие дома обшаривать. О, отключим ловушку какую-нибудь. Ага. Отлично. Монетка. Золотая. Так. Куда мне дальше идти-то? Так. Так, ну явно не сюда. Озаренные возвращаются в храм в старом квартале. Что им понадобилось в этом жутком месте? У них руки по локоть в крови. Может, хотят попросить прощения у старых богов? Судя по рассказам бабушки, старые боги были не... Так, опс. Гарри так далеко прыгать не умеет. Учту. Учту. Бой. Фух. Куда же там бежать-то, а? Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Навсегда. Еще не поздно, друзья. Примите рассвет и станете одними из нас. Город меняется. Но... Парень, спи. Так. Сюда. И надо, я там бегал по крышам, искал. Всюду. Так. Так. Надо оставаться во тьме. Каким образом? Дарёна, за новый рассвет. Прыгай ты. Все. Так. Ой. Так. Отлично. Как мне надо залезть? Ой, бляха. Город полон надежды, сестра. Так, залазь. Залазь. Лазь. Бежим, прыжок. Намос. Прыжок. Ручка. Это рамка была. Так.
Город полон надежды, сестра. Вера должна быть крепкой. Так, стоп. Грядет новая эпоха для всех Надо нас. Надо его... Хедшот, бич. Такого я еще тут не видел. Так. Так, давай заберем. Вот это был действительно снайпер элит. Никого нет. Наверное, сбежал. Следи за тенями, друг. И береги свет. Хей. Че, все? Сдулся. Опа. Пришло время всем верующим встретить новый рассвет. Мы увидим Ориона? Конечно, увидим. Он лично дарует нам очищение. Храм! Слава ему! Ориону! Дети Ориона ждут вас! Так. Слава Ориону! Слава Ориону! А? Что это такое было? Слава Ориону! Хреново дело. Ничего. Идите, братья и сестры! Пришло время всем верующим... Риск, риск! Надо... убедиться, что у меня все готово. Увидим. Так, осталось найти Ориона. Так. Так, что у нас теперь? Тайный город. Понятно. Я опоздал на последнюю экскурсию. Придется самому искать дорогу, чтобы объяснить Ориону, что он не прав. Если бы камни могли говорить. Они бы говорили загадками, как королева попрошает. Сколько раз город умирал и возрождался. И все без моей помощи. Расклад. Так. И туда никак не залезть. О, кошель. Кошель, кошель, кошель. Так, а куда мне идти вообще? А, сюда. Обнадеженные собрали. Орион готов. Пора закрыть собор. Но сколько наших братьев и сестер еще на улице? Теперь это наши улицы. Больше не надо шептаться по углам, бояться петли и кандалов. Им придется подождать. Надо будет... Стоим все в тени. Не. Ты ёптель-моптель. Что ж делать-то? Надеюсь, это не мрак. Так, надо продумать путь.
Поверху я не проберусь. Голова раскалывается несколько дней. Где тут второй? Этот второй патрулирует. Так. Нордкрест мертв. И мраку настанет конец. Как и обещал Орион. Твою мать. Плохо дело. Не получилось тихо пробраться. О, здоров. Ты чё, ёп? Ты... На. Выкуси, накуси. Тебе не сбежать! Блин, не могу поднять. Да, смачно ему в глаз стрелу запустил. Опа. Что? Да. Смотрел ли я там? Мы быстро его найдем. Так. Никаких следов. Так. Я думал, нет, только трое. Максимум четверо. Штук шесть или пять. Больной! Ты в курсе? В курсе. Хедшот, бич. Это что за стрелы? Сейчас расплаты неверный. Хватит бояться и прятаться! Что, может, он спрятался тебе? В шкафу? Конечно, в шкафу. Вышел из шкафа, убил и зашел в шкаф. Тьма скроет тебе? Скроет. Оставь меня! Я и сам сдохну! Никого здесь больше нет. Никакого отдыха, пока все не проверим. Только бы найти его. Нормально. Прошли. Опа. Ух ты, ё-моё. Здесь тут никого нету. Так. Так. Кто? Ничего не слышу. Придется позвонить, чтобы меня впустили. Больше обычно звонить начинают после моего ухода. На пост, друг. Надо собраться. Ты. Что там орел? Или озаренный? Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично. Не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Следи за своим языком, друг. Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Верю нас! Больше веры, братья! Уля! Где ты, Чек? Где ты прячешься? Ветеранов и неверных. Скоро давай, свидетелями нового рассвета! Ищу-ка здесь. Светом и тьмой. Отлично,
Будьте начеку и доживете до нового рассвета. А? Что это было? Что? Есть только один способ узнать. Что? Стой, неверный! Мать. Опа-на. Ух ты, ёбаный. Чё? Прыгать не умеешь, да, кабан? И чё? Я этим добился. Пацаны, не обессудьте, я тут пробегусь, надеюсь, вы не против. Ух ты, ёб твою мать. Здорово. Давай, дергай. Да-да-да. Ух ты, блядь, какой. Здорово, парень. И первого дела. Охренеть, блин. Фух. Ладно, друзья, собственно, на этом все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять позитивные комментарии. Меня зовут Конор, до скорого.